Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей? Кто был тебе равен по силе, терпел поражение любой? Россия, 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 мы в горе и в счастье с тобой. Россия, как синюю птицу, тебя бережем мы и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, одна. Россия является родиной для всех людей, живущих в ней. А для каждого конкретного человека родиной является его малая родина, где он родился. Но это все равно частичка большой и необъятной России. Для нас этой частичкой является наше родное село Узморье. Когда в 2007 году праздновали 260-летие со дня образования села, ученик 11 класса Смердов Николай написал стихотворение и сочинение размышления о нашем Узморье. Раскинулось село над Волгой. Милей, краше в мире нет. 300 лет стоит Узморье, встречая солнечный рассвет. На берег выйду и любуюсь. Какая ширь и благодать! Захватит дух от восхищения, конца и края не видать. Пусть старожилы вспоминают о прежних лучших временах. Но скоро день придет, я знаю, что и они воскликнут. Ах, заблещут улицы асфальтом и запестреют цветники на нашем сельском стадионе. Призывно светят огоньки, и где бы ни был я, но знаю, что вновь я возвращусь сюда, цвети и хорошей, Узморье, пусть молодят тебя года. Я хочу прочитать некоторые строки из сочинения Николая Смердова. Он пишет: «Мы живем в одном из красивейших уголков земли русской, и село наше носит название загадочное и немного сказочное – Узморье, как лукоморье у Пушкина. Мы любим свое Узморье, хорошо знаем его. А что ждет нас, допустим, через 20 лет? Каким будет наше село? Какие люди будут жить здесь? Срок для истории, в общем-то, небольшой». Коренные изменения я связываю со строительством спортивного комплекса на месте приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Сейчас много разговоров вьется вокруг этого проекта. Коснется ли этот проект нас? Я думаю, да. И ведь он прав. Сейчас ведется строительство парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Еще он мечтал об изменениях в самом селе Узморье. А теперь закроем глаза и перенесемся мысленно в наше Узморье через 20 лет. Мы идем по широким гладким улицам. Мимо едут автомобили, и водители уже не чертыхаются, объезжая ямы. Катаются дети на роликовых коньках и велосипедах, не расшибая носы. И все это притворилось в жизнь, как мечтал Коля. И действительно, за эти 13 лет наше село преобразилось, стало лучше и краше. Очень много слов на свете, как снежинок у земли. Но возьмем, к примеру, эти. И слово «я» и слово «мы». Я на свете одиноко, в «я» не очень много прока. Одному или одной трудно справиться с бедой. Слово «мы» сильнее, чем «я». Мы – семья, и мы – друзья. Мы – народ, и мы едины. Вместе мы непобедимы.